Всем привет! И вы попали на мой канал. И в этом видео будет трейд по цветам подписчикам. Это первое видео, трейды по цветам, поэтому не знаю, что вообще выйдет. Но все же, надо попробовать. Перед началом этого видео не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. И также стримы про Adopt Me и другие игры в Роблоксе. Всем желаю приятного просмотра, погнали. Так, сейчас я дам ему цвет, давайте голубой. Голубой, пусть будет голубой. Так, а он мне какой цвет? Да. Так, он мне дал цвет серый, окей. А серый это что? Я просто... А, серый это считается как камень? Тут типа серый. Так. Подождите, камушек считается? Подождите. Где у нас камни, кстати? А где у нас камни? Так, серый. Блин, мне нужно камни найти. Да пофиг, он типа серый, типа нет. Давайте камень дадим. Пусть будет камень. Так, что еще? Серый это у нас кошка. Так, что еще у нас серое? Ну ладно, пусть будет такая шляпка. Я не знаю, просто тут еще есть очки. Так, из еды что-нибудь есть. Больше нет у него. Ну, в принципе, 4 предмета будет нормально. Давайте еще что-то дадим. Ну, давайте вот эту. Блин, это белое. Ну, давайте вот так. Зелье, я не знаю, считается это или нет. Ну, голубой-голубой. Не видно штук. Ну, в принципе, да, нормально. Давайте соглашаемся. В принципе, голубой, да. Ну, тут типа синий, а не голубой. Тут типа, блин. Ну, все же, ладно, это все на первое видео по цветам. Я не знаю, что это просто. Ну, ладно, тут, кстати, 5 предметов, а тут... 4, ну то есть тут 2 пэта. Ну ладно, первый трейд произошел. Произошел. Пусть будет вот так. Оказывается, у меня еще есть такая коробочка. Просто, ну блин, а что мне еще дать? У меня кроме серого ничего нет, поэтому соглашаемся, у нас трейд не произошел. Пришлось заново. Надеюсь, сейчас трейд получится. Так, смотрим. Так, 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 так. Надеюсь, 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 надеюсь. Я путаюсь почему-то. Не суть. Да, трейд произошел. Ура, наконец-то. Второй раунд. Я ему даю красный цвет. В принципе, нормально тогда. Красный цвет. Так, секундочку, ждем. Желтый. Окей, желтый. Желтый, а у нас желтое это. Ого, желтое золотое яйцо, кстати. Так, ну тигрика я дать не могу, поэтому давайте. Блин, а что еще? Ну, желтое это у нас такой пэт, да? Поэтому давайте дадим. Ну, а это вроде. А, это оранжевый вроде. Ой. Блин. Блин, ну пусть будет. Блин, а желтая это же такая. Ну, давайте вот эту дадим. Она желто-серая. Так, желтая. Это вроде оранж. Ну, короче, ладно. То, что похоже на желтое, буду добавлять. Так, ладно. Пэтов мы поставили. Еда. Это такая штучка. Не знаю, что это. Так, машинка у меня есть желтая. Нет, у меня коляски, коляски. Одежда, вот одежда, подождите. Блин. Ладно, давайте вот эту штучку дадим. Она же тоже желтая. Если это не желтая, я буду в шоке просто. Я просто точно не знаю, подарки есть желтые. Ну, тут есть такие, да? Ну, давайте дадим еще вот такую вот. Ну, это желтая, да? Все. Желтая, вроде, но она желто-красная. Полностью у меня нету. Так вот как-то. Ой,
Надеюсь, трейд сейчас совершится и не отменится, как в прошлый раз. Надеемся, ребята. О, все идеально. Просто, кстати, ко мне тут еще подписчики телепортнулись. Ну, мы тут как бы видео снимаем, да? Так. Это уже третий раунд. Даем ему зеленый цвет. Так, он мне дал синий. Я зеленый, окей. Синий, да? Ну, это вроде синее, поэтому все же даем. Так, 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 так. Это тоже синее? Это голубое, да? Окей, ладно, без проблем. Ну, это синее. Это типа синее. Но все же похоже. Похоже. Ничего страшного не будет, да? Так, синее это у нас... Тут ролики, кстати. Так, пэта нужно дать синего какого-нибудь. Пэт есть у меня? Есть такой пэт. Давайте гидру дадим ему. Так, что еще у нас синее есть? В принципе, крабик есть. Ну, в принципе, из еды что-нибудь есть. Есть вода, но это голубое. Ну, все же, пусть будет. Так, тут зеленые, тут еще такая. Ну, эти штучки, они разноцветные, поэтому непонятно, что. Так, все, соглашаемся, отдаем, соглашаемся. Все, топчик вообще, обмен вообще шикарный, просто шикарный. Так, я ему даю оранжевый цвет, это уже вроде четвертый раунд или пятый, я уже точно не помню. Так, а он мне черный цвет. Кстати, мне хотелось дать ему черный цвет, но перехотелось. Так, черный цвет. Мне тут одна коляска черненькая такая осталась. Блин. Что же я могу дать? А, у меня же вроде питомцы есть. Так, секундочку. Черное это вроде считается как за вот эту собачку. Что еще считается? Ну, такая мышка, в принципе, тут в подарке. Это вроде не подарок. Так, это тоже кошка считается. Ему, кстати, повезло, я ему пэтов даю вообще. Повезло ему, да. Ну, хотя нужно из игрушек давать. Типа, одну вещь. И одного пэта там, один подарок там. Ну, блин, как-то так. Но я тут одних пэтов даю. Ну, все же, это же цвет по цветам. Трейд по цветам, а не цвет по цветам. Принимаем. Тут, кстати, у нас оранжевый. Ну, это, во-первых, синее. Ну, тут и оранжевый. Ну, не суть. Все же, пусть будет. Мне хотелось дать ему черный, но, блин, перехотелось. Ну, ладно. Повезло. Соглашаемся. Все, трейдик выполнился. Ко мне телепортируются мои подписчики. Так. Так, он мне дает цвет фиолетовый, а я ему розовый дам. Пусть будет розовый. Так, фиолетовый. Это вот цвет. Так, так, так. Ну, блин, а что у нас фиолетовое есть? В принципе, фиолетовое это розовое. Во-первых, это розовое. Фиолетовое это розовое. Блин, фиолетовое. А мне есть вообще? Ну, у меня тут коврик есть. Это вроде... Ну, типа фиолетовое. Ну, а, нет, тут один мой коврик и один подарок. Поэтому один я могу отдать. Так, фиолетовый, так, ну, ну, вроде фиолетовый, вроде нет, ладно, допустим. Так, не суть, кстати, тут у меня фиолетовых вообще нету, похоже, ничего из фиолетовых, кстати, есть такая РГБ штучка, но это вроде подарок, поэтому менять его не смогу, подождите, это розовое, блин, это тоже розовое, ну ладно, дадим. Я не знаю, что мне еще дать просто. Одежда есть какая-нибудь фиолетовая? Нет, у меня тут розовая, что ли? Ну, типа вот это. Тут посередине вроде нормально тогда. Ну ладно, соглашаемся. Первый раз снимаю видео трейд по цветам. Последний трейдик. Это уже, наверное, шестой уровень. Раунд уровень. Какая разница? Ну ладно. Так вот у нас все вышло. В принципе, цвет. Почему я говорю цвет по цветам, если это трейд по цветам? Ну, блин, а. Все, он попал в мое видео, и он рад. Окей. Все, я не знаю, снимать еще такие видео. Трейд по цветам.
Вот такое видео у нас вышло. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, он уходит. Кому кажу сало отдай! Пускать мои новые видосики. И также стримы про Доптми и другие игры в Роблоксе. Ждите мои новые видосики. Всем пока-пока. Смотрите, и мне дарят райд краба. Спасибо огромное за такой подарок. Я в шоке. Мне еще одного райд пэта дали. Еще одного райд пэта. Я в шоке просто. У него он единственный. То есть у него он один остался. А зачем выдавать последнего пэта мне? Блин. Ладно, я принимаю. Я в шоке просто.